И всем привет, продолжаем играть в RimWorld. Хотел, в общем, я сегодня поиграть мимо стрима, спокойненько почистить там базу, оборону построить получше. Ну, в принципе, оборону-то построил, но проблема в том, что к нам прилетели механоиды. Поэтому пришлось бросить все силы, просто все силы на оборону. Поставили немного тут эмимин, укрепили, в общем, два слоя. Тут я поставил эти базальтовые стены, минометы три штуки построил. То есть сделали мы технологии, изучили. Сейчас у меня даже уже 3D печать изучается. Не слабое время, в общем, поиграл мимо стрима. Но думал и дальше продолжать спокойненько играть, готовиться к этим механоидам, отражению их. Но тут пришли инсектоиды, как обычно. В общем, что-то они нам на базу частенько приходят, как себе домой уже. И решила, значит, все-таки начать их как-то раскручивать, этих механоидов. Потому что, возможно, лучшего шанса уже не будет. Мы попытаемся сейчас быстренько минометами их сагрить. Они в нашу сторону пойдут и встретятся с инсектоидами. И у них, в общем, завяжется какая-нибудь там бойня. Конечно, инсектоиды им ничего не сделают особо, но хотя бы задержат. Мы их с минометов пытаемся расстрелять. Ну и посмотрим, как это все получится. В общем, ладно, погнали. Сейчас как можно быстрее нужно добежать до минометов, быстренько их зарядить, потому что я вот смотрю, сейчас уже эти антисы подваливают. А, так, занял, да? Молодец, конечно. Перезаряжаем. Вот. А, тоже перезаряжай. Сейчас нам быстренько надо их сагрить. Все, есть. Первый снаряд готов. Давай вот сюда, вот в гусеницу. Будем все пытаться в гусеницу стрелять. Не знаю, получится нам ее минометами убить. Не получится. Мы попытаемся. У меня, в общем, снарядов не так уж и много. Есть еще вот эти, как это, зажигательные, да? Да, зажигательные. Я не знаю, как против этих механоидов она подойдет. Нет у меня эми снарядов, к сожалению. Ну, что поделаешь, будем стрелять тем, что есть. Значит, еще один готов, тоже стреляем в гусеницу. Но сейчас, как бы, момент истины, надо, чтобы инсектоиды сагрились на механоиды на инсектоидов. Все, снаряды-подарочки полетели. Давай, тоже перезаряжай. Механоиды пробудились. Не открылась капсула с механоидами. Вот, отлично, отлично. А ну вот, прибыли в капсулах. Капсулы открыли, вернее, вот этот открылся, да. И капсулы вылетели. Две штуки прилетело. Кто здесь нам прилетел? Прилетел краб и прилетел жнец. Ну, не самый, скажем так, плохой вариант. Я очень боялся, если прилетит еще какая-нибудь одна гусеница. Тут и так их две, эти гусеницы. Еще одна прилетела, вообще беда была бы. Что там наши минометчики? Стреляют, да, стреляют. А ты что не стреляешь? А он пошел перезаряжать. В общем, смотрим, кайфуем пока что. Пока что кайфуем. Это что, мы выстрелили туда? Наверное, нет. Вот, это уже мы. Механический краб. Ну куда ты пошел, краб механический? А дверь надо закрыть, кстати. Закрывайся, дверь. Пусть они лезут куда-нибудь в другое место. Хотя можно было... Можно, в принципе, ладно. Краба сагрим сейчас. Вот же гнаулер гнусный. Этот тоже попался. Сейчас мне гнаулер повзрывает все эти снаряды. Ну вот это косяк.
Просто косяк. Как у тебя по здоровью все? Электрический ожог. Ну ему эти снаряды вообще ничего не... Он их не особо чувствует. Две сентипеды. Подожди, были же... А, ну они просто так называются. Гусеница с ракетницей, в общем. Две гусеницы с ракетницей — это очень плохо. Кто там наши? Перезаряжаются. Вот один полетел, подарочек. Да, там залетит сейчас. Ага, в регулятор климата прям попал прямой наводкой. Иди сюда. Гаси его. Опа, я про это и забыл. Я про это и забыл, Боба. Ладно, косяк, мой косяк. Спаси, Бобу. Не, подожди. Левая почка. Спина, в принципе, кровотечения никакое. Кровотечения нету. Ладно, моры и спасай, значит, сюда кто у нас пойдет? Кто еще более-менее меткий? Вот, Хорн. Иди, занимай миномет. Мор еще спасет Абобу. Вот этот вот гнусный гнаулер просто все планы нам сломал. И сейчас мы будем, походу, отхватывать. Ты хоть сама не войди в эту мину. Все, выходим все на позиции. Идем сюда. Значит, кто у нас будет за пулеметом? Пока непонятно, кто у нас будет за пулеметом. Сейчас, сейчас найдем. Так, нет, ты иди сюда. Комбо, как у тебя с... Не очень на него. Николь, во, Николь пойдет. Занимай пулемет. Поставим авто. Значит, дальше что? Фрер Чип. Чип вроде тоже нормальный такой дальний бой. Садись тоже за пулемет. Все, остальные, в принципе, могут все расходиться по местам. Паула, иди сюда. Да не, Паула, подожди, Паула, переключай. Эти пушки, мини-турели. Так, ты перезаряжай электромагнитные. Иди сюда. Ой, тихо. Кого не стреляете, отмена. Оставить. Остановить. Прер. Остановить. А, она тем более застанилась. Она застанилась, но вопрос, надолго ли. Все, здесь дальше продолжаем огонь. Прер тоже продолжаем. Перезарядил электромагнитный, но что-то мало. Где у нас еще? Вот еще и МП есть. Давай, Марр, бери. Я, правда, не уверен, что нам тут кто-то дойдет в эту сторону. Нашим баррикадам. Стрессы все будут гасить издалека. Пушки вообще эти работают? Что-то я не заметил. Авто. Остановить огонь, не горит. Как бы должны работать, может, дальность не хватает? Да, дальности хватает. Так, авто. Пожар, где там пожар? Ясно, понятно. А как у нас, господа? Господа эти продолжают огонь? Да, они продолжают огонь по гусеницам. Это надо тоже по-быстренькому сбрить. А киншторм не достает? Не, не достает. Одного сбрили, вот этого сбрием, нет? Походу не попал ни в кого, не попал. Значит, Абоба лежит, Абоба... Не, еще не лежит пока. Мы Абобу пока несем. Куда мы ее несем? Я понял. Забыл про кровати. Вот, все понесла Бобу.
продолжаем тут смотреть. Эти стоят, кайфуют по дэми. То есть, по сути, у нас, в принципе, не так-то их и много оставилось врагов, но очень-очень серьезные. То есть, вот эти две с ракетницами. Если они к нам зайдут в киллбокс, то мы с ними разберемся. Если не зайдут, то будет беда. Чем снаряды их не берут. Им вообще все равно на эти снаряды. Они ложили на эти снаряды своими ракетницами. Да, почти повреждений нет. В общем, сейчас этих сбриваем и попробуем своих перетянуть. Я вот еще один косяк, то что не успел убрать. Не успел убрать эти камни отсюда. Сейчас они будут занимать позиции. Ладно, пока, в общем, все нормально, в принципе. Ну, чем ты ее лечишь? Зачем ты травами лечишь? У нее там серьезное ранение. Давай лечи нормально. Все, еще один драгун идет. Решил поломать. Вот это плохо, что он решил поломать нам тут. Пробуем сейчас выманить их сюда. Двери. Ломает. Вот же. Нехороший. Механоид. Чё ты ломаешь? Ну, выйди ты, погуляй. Вон там жнец есть. Но мы не попадаем никак, да? Вообще никак. Бесполезно. Возвращаемся все сюда. Занимаем оборону. Значит, надо как-то выманить жнеца. Как его выманить? Его никак не выманишь. У нас гранаты, вообще ими гранаты есть. Есть гранатомет, есть РПГ. Фугасные, плазменные, которые мы пользоваться не умеем. Сколочные. Вот РПГ, в принципе, можно попытаться использовать. Вариант. О, кстати, попала, видимо, какая-то гадость. А что тут место занято? Кем оно занято? Ладно, Хорн, стой. Морти куда пошел? Иди сюда. Значит, Грей. Грей сюда пришел. А, Ван Гог возвращается. Значит, так, Грей. РПГ самоцепек есть. Наверное, лучше мы используем гранатомет. Хотя, опять-таки, гранатомет, но вот что он мне даст? Гранатомет, наверное, особо ничего так не нанесет урон по инсектоидам, ой, по механоидам. Сейчас посмотрим, какой там по урону. Хотя урон-то, в принципе, неплохой. Ладно, попробуем. Попробуем немножко. Значит, Грей. Давай, бери. Бери. Не берет. Почему не берет? Потому что, наверное, места нету совсем у него уже. Ладно, иди сюда. Возьми оружие. Все, взяли. Тут, кстати, один снарядик был. А еще один возьмешь? И больше не может взять ничего. Что тебе тут нагружено? 45 и 43. Патроны. Вот давай сюда спрячем патроны. Просто они вдруг... Ай, не там. Сколочные. Все равно нету места. Мультитул. Вкусное блюдо. Выкладывай. Что появилось? Осколочные гранаты. Нет, для РПГ инвентарь у него полон. Да, бери все, что у тебя и было. В том числе будет ходить перезаряжать.
Ну или сразу хватанет свой автомат и дальше пойдет стрелять. Ну, гусеница продолжает, в общем, тут нас расстреливать. Они как бы никуда, наверное, не собираются. Я, походу, зря, наверное, ушел, мне так, такое чувство. Мы в стоячих, возможно, бы и попали. Попробуем. Попробуем, по крайней мере. Значит, морд, сиди, давай, занимай опять. Миномет этот. Кому мы туда еще пошлем? Хорн. Хорн тоже пойдет. А, кстати, я забыл. Бинокль. Нам же нужен бинокль. Бинокль поможет вообще в этом деле нелегком. Сейчас проверим. Занимай миномет. Значит, Грей, выбрасывай свою эту трубу. Трубу мы кому-нибудь другому дадим. РПГ-гранат. Вот это тоже выбрасываем. Мы сейчас кому-то передадим. Там у тебя что есть еще, Морти, у него. Значит, так. Этот автомат бери. Бинокль. Где бинокль? Он тут где-то недалеко валялся, а теперь непонятно. Да, они его затянули уже. Вот он где валяется. Давай, Грей, иди за биноклем. Потому что тут все равно будет все это долго в Тавасе происходить. Выбираем цель обстрела. Все так же гусеницы. Ну ты перезаряжать будешь, нет? Грей, бинокль взял? Нет, еще не взял. Все, теперь взял. Может, бинокль нам поможет наводки. Не слабо, не слабо. Куда-то непонятно куда летят. Вот сейчас штука в том, что они вот тут встанут и будут нас расстреливать. И гусеница, кстати, тоже может подойти. И придется нам как-то отсюда уходить. Перезаряжай. Последний остался. Угас на этот снаряд. Посмотрим, как Грей будет метко, не метко стрелять с биноклем. Да там без разницы, бинокль, не бинокль. Он как стрелял в никуда, так и продолжают они стрелять в никуда. Два драгуна. Не очень хорошо. Кому-то я хотел дать гранатомет. Кто тут у нас может этим заняться? Гита, в принципе, вариант. Иди давай. Бери гранатомет. Бери, не может взять. Ну, тогда надень переносной барьер. Вот он, вот он. У него, кстати, довольно, наверное, большой радиус у этого иглострела. Игломета. Да, мы куда-нибудь сюда станем. Что своих прикрыть. Ладно, с одним драгуном разобрались. Остался еще один драгун и еще... А вот там риск нервного срыва комбо. Расклероз у него еще. Ладно, комбо, ты тогда свободен. Иди там занимайся своими делами. Чем там хотел заниматься, не знаю. Перезаряжаем электромагнитными. С собой у него есть, да, есть электромагнитный. Все, идем сюда, куда-нибудь, не знаю, сюда. Паула. Как дела у Паула? Нам может гранаты кидать, но не плазменные, которые у него в инвентаре, к сожалению. Все, гусеницы решили расползтись.
А теперь уже окончательно мы сюда убегаем. Бесполезно там стоять больше. А двери, значит, тогда... Эти, откройте двери. Пока они заходят. Продолжает нас обстрел. По нам. Морти, иди куда-нибудь, не знаю, сюда стань. Мог взять РПГ, может быть, гранатку. Забирай, что потом Гити подкинешь. Все, драгун решил подойти, это хорошо. Все, мы его сбрили. Вот если еще гусеница подойдет, будет очень вообще все замечательно. Левая почка потиху восстанавливается. Сердце, торс. Главное, чтобы ничего там не случилось. Заражение какого-то там. Вот, гусеницу мы уже видим. Главное, чтобы она нас не видела. Сейчас, кстати, можно и гранату применить. Стреляй, стреляй. О! Отлично. Все в нее вошло. И стан вошел в нее. Но она очень крепкая. Она очень крепкая. Значит, нам еще нужен один снаряд. Кто там подобрал? Аркеншторм, по-моему. РПГшку подобрал снаряд. А, давай, значит, Гита взять. Бери, 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 бери. Перезаряжай. Иди сюда. Все, перезаряжай. Так, тут гадость-то не подошла. Там он жнец, он живой, нет? Не, не живой, сражен. Все, перезарядили. Идем сюда обратно. А, только нам, кстати, надо достать где-то вместо Ван Гога. Ван Гог. Давай поменяемся с тобой местами. Гита, иди сюда. Без гранатомета, чтобы нас могла по прямой наводке бабахнуть. Все, больше этих мин нету. Электронных, соответственно. Надо эту гусеницу побыстрее сбрить. Какая у нее дальность вообще? А, у гусеницы ракеты закончились. Серьезно? Да, серьезно. Ну тогда все. А, нет, Гита. Отмена. Иди ложи, да, забирай там, что там хотела. А гусеницы перейдет в ближний бой. Все, отбили. Ну и тут осталось, что-то у нас еще осталось. А сборка драгуна завершится через 0,8 дней. Значит, нам нужно раздолбить как-то этот сборщик механоидов. Тут еще и снайперская турель. Кстати, сейчас вот именно. А мы как раз пойдем достреляем снаряды, которые остались тут зажигать. Они, без разницы какие. Потому что подходить туда опасно. Жнец, ты, думаю, не встанешь больше. Последние 0,3 дня. А, Марр, иди, добей, может, его стрелять, добить. Вот, добить жнец. Все, все остальные свободны. Аркиншторм, что стоим? Чего ждем? Стоит. Аркиншторм, походу, завис. Все, отвис. А Боба отдыхает. Потиху восстанавливается. Но нам сейчас задание разобрать главное вот этот вот сборщик механоидов. Потому что через 0,8 дня появится драгун. Конечно, драгун не так страшно, но все равно. Хотелось бы побыстрее разобрать. Все, и здесь вот останутся еще снайперские мини-турель. Одна. Потом что-то еще. Турели с бластером. У них, кстати, дальность очень большая. 68. А у снайперки... У снайперки 72. А у нас у любого оружия, по-моему, максимальная... В смысле, не любого, у снайперки максимальная дальность 70.
Что-то там было у нас. Цбермат, у него еще меньше. 68. Было 70 у Вальтера вроде как. Ну, в любом случае мы не достанем. Если только гранатометом каким-нибудь. Поэтому мы попытаемся сейчас все-таки попасть куда-нибудь туда. Фугасных не осталось, к сожалению, больше. Зарасходили все запасы. Перезаряжаете вы, что вы стоите? А, надо выбрать именно зажигательный. Давай зажигательный. Все, один пошел. Зажигательный второй пошел. Ну и третий. Куда ты, Ван Гог, понес еду? Приносит вкусное блюдо, ест вкусное блюдо. Понятно. А почему? Без столовой уже все не устраивает больше? Что там у нас с ограничениями, кстати? Нет, нет, все разрешено. Просто Ван Гог решил поесть в тюрьме или в отеле. А Гита... Кстати, Гита, ты могла бы, в принципе, и сбросить этот гранатомет. Иди сюда. Полетели с подарочки. Смотрим сейчас, куда они там прилетят. Никуда они особо не попали. Ни в кого. Продолжаем стрелять. Я не хочу туда подходить. Гита, сбрасывай тогда. Вот это сбрасывай. Переносной барьерный проектор тоже сбрасывай. Мы хотели переносной проектор кому-то другому отдать. Бросай, бросай. Все, забирай. АК свой. И свободно. Ветшает. Не надо ветшать. А, перенеси. Вернее, нет, сначала перенеси РПГ. Потом перенеси этот барьер. Почему цель не выбрана? Бесполезно. Походу бесполезно. Мы не попадем. Даже если попадем, быстрее всего ничего не будет. А у ПТРД сколько, кстати, дальность? Где-то тут у меня ПТРД было. 54. Не, мало. Очень-очень мало. Что ж, придется брать тогда снайперку, которая есть. Потихоньку-потихоньку разбирать. Сначала вот этот вот сборщик механоидов, потом как-нибудь... Может, гранатометами разберем снайперскую турель. В общем, посмотрим. Все, вы, ребята, в принципе, можете свободно быть. Не помогают ваши зажигательные снаряды. Ну, перезаряжай, перезаряжай, и потом свободен. Все. Тоже идут есть почему-то другое место. Почему, я немного не понимаю. Вот кто-то идет сюда, ест. Кто-то уходит. В общем, нам сейчас надо найти, где тут снайперка лежит. Вот, вот этот Вальтер. Вот у него дальность 70. Да, дальность 70. Мы его берем. Да, на самом деле лучше, наверное, по ТРД-ху дать, хоть и поближе. Ну ладно, возьмем двоих. Двоих персонажей возьмем. Один с ПТРД, второй с Вальтером. Это два персонажа будет. Один, допустим, Морти. Второй Грей. Потому что надо разобраться с этими оставшимися. Драгун появится. Нам это не очень понравится, я думаю. Иди сюда. Значит, здесь вот у нас были патрончики бронебойно-фугасных. Кстати, их не так-то и много.
По-моему, было побольше. А, вот еще API есть 117. Да, они вывалились. Вот они где. Вывалились. Зажигательно-бронебойные. Вот, 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 вот. Вот эти мы тогда, пожалуй, возьмем. Все, взял. Значит, один у нас персонаж готов. Маррор. Ты можешь уходить. Значит, Морти. Морти сейчас пойдет, тоже подберет свою пушку. И тут у нас патроны 7,62 на 51. Значит, 7,62 на 51. Где есть бронебойные какие-нибудь? Было бы лучше, если бы Эми, но Эми, наверное, вообще таких нету. 7,62 на 51. FMG и HP. К сожалению. Придется FMG брать. HP там вообще бесполезно. Все, забирай, забирай. Сколько там? Штук 40 нам хватит. Все, подобрал. Подобрал. С собой есть они, да? Да, взял. Все, выдвигаемся тоже на позиции. Там скоро вылупится уже драгун. Значит, но нам нужно аккуратно. 0,6 дня осталось. Значит, ближе не подходим. Турель где? Турель, в принципе, отсюда нас, наверное, не заметит вот это. А вот это заметит. Значит, сначала сбриваем автоматическую турель с бластером. Они, кстати, раньше как-то не работали. Я вот не знаю, сейчас они работают, не работают. По-моему, сейчас они работают. Потому что там год или сколько, не знаю, полтора я назад играл. И турельки все эти не работали. Чем вот у нас до этого дерева. Дальше не подходим. Какая дальность? Дальность 68. К сожалению, мы только сможем достать... Только с помощью этой снайперки. Установить здесь. Это не достает. Ну, это достает, но она... Хотя она может, в принципе, по нам попасть. Так-то. Надо аккуратненько подходить. А, перезаряжаем. Значит, мы попадаем вообще по сборщикам механоидам отсюда или нет? И мы не достаем. То есть сначала придется все равно разбираться с этими. В общем, ситуация следующая. Значит, мы отсюда можем достреливать только по регулятору климата. Все остальное, в принципе, урона мы особо не наносим. То есть автоматической турели мы урона вообще не наносим с помощью этой вот винтовки, потому что быстрее всего патронов нету бронебойных. А у Грея, значит, ПТРД, да, но оно довольно короткое. То есть, ну, на не такое длинное, не такие длинные дистанции может пробивать. И вот я кое-как нашел место, где... По нему не могут работать вот эти вот автоматические турели. То есть просто с помощью паузы потихоньку-потихоньку подходил, ну, отпускал, смотрел. Они, ну, перестали наводиться. Я немного где-то в сторону как-то расстал, но смотрю, начинает наводиться уже. Быстренько убежал. И вот, в общем, кое-как нашел это место, где мы можем простреливать сборщик механоидов. Тут уже 0,5 дня осталось. А турелей по-прежнему я простреливать не могу. Ну, соответственно, и они меня тоже не могут. В общем, наверное, я их оставлю. То есть мы сейчас разбомбим только сборщик механоидов и регулятор климата. Все остальное оставим. Скорее всего. Может, будет какой-то ред придет и... Может, разберет эти турели, не знаю. Либо турели их разберут. В всяком случае, я пока не знаю, что с ними делать. Так как мы просто не можем... пробить далека.
но Паттердега не достаем. То есть, как вариант, в принципе, сделать патронов 7,62 на 51, которые бронебойные. Пробовать уже ими пробить. Теми патронами. Там, опять-таки, аккуратно надо, потому что снайперка есть. У снайперки есть дальность 72. То есть мы никаким своим оружием снайперку в любом случае уже не убьем. Потому что у нее дальность больше, чем у нашего оружия. Значит, так, где тут 7? Вот, 7,62. 7,62 на 51. Вот, есть АП. Вот нам АП и надо. Сделаем, ну, вот один раз хотя бы, да. Пускай один раз сделает кто-нибудь. Кто нас там может сделать? Моры, чем занято? Вот, в принципе, она после того, как помоется, нужны материалы. Порох, у нас пороха нету, закончился. Нужна селитра и уголь. Селитра закончилась, вот в чем проблема. А хорошо, где селитра? Залежи селитры вот есть. Но их надо еще идти добывать. Давайте выберем. Пока добывают, кто сможет. Ну, а мы продолжаем. Продолжаем расстреливать. Потому что нам в любом случае надо сборщик механоидов расстрелять. Может, чего стоим? А патроны закончились? Серьезно? А что там? 357, в принципе, игры может дострелять, если у него патроны не закончатся. А у тебя что, один патрон остался? В общем, ладно. В любом случае, надо идти за патронами. Значит, где тут у нас... Вот, 96. Сколько мы их возьмем? Ну, бери. Бери штучек 40. И потом иди сюда. Все, а Грей продолжает пытаться разнести. Но у него почти получилось уже. Все, разнес. Отлично. Давай тогда этот регулятор климата тоже. Все. Последний патрон закончился. Все, сейчас Морти принесет патрон ему. Мы достреляем тогда регулятор климата. Ну и все, останутся эти турели. Две снайперки и две бластеры турели. Вот там голод. Паула, Грей. Ну терпи пока. Пока терпи. Чем Паула занята? А, я их забыл. Их забыл выпустить. Все, все свободны. Надо будет, кстати, с этими механоидами что-то делать. Разбирать их. Караванные животные, серьезно. Носороги. И что там мы принесли нам? Железная руда, шикарно. Шикарно. Там их даже три. Три носорога с вещами. Ну, как-то нам надо их попробовать приручить, но проблемка с этими ракетами. Ой, с турелями. Значит, патроны тогда выбрасываем здесь. Все. Аморти, ты свободен. Ты свою задачу сделан. Сделал. Забираем патроны. А Боба, кстати, выздоровел тем временем. Все, отходим. Ну, сейчас будем расстреливать регулятор климата. Ну и продолжим, наверное, не знаю, может уже на стриме. На этом пока все. Всем пока.